Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. 10-й день и 30 рун мы с тобой забираем. Сегодня допройдем события. Блин, самое лучшее. Так, это та самая овца, которая типа переоделась в дракона. Приманка, да? Так, ну давай в аду. Бесплатно. Здесь у нас ничего я брать не буду. Так, секунду. Что нам здесь выпадет? 130 тусклого янтаря. Фиговенько. Грамгильда, ремонт. Бесплатно. Угу. Кривоклык что-то мне сейчас даст. Только вот что? Давай руны, руны, руны. Отлично, ну тут не так уж много, конечно. 10. Но это все равно приятнее, чем ничего. Так, повышает шанс на лучшие награды в приключениях. Серия испытаний, атака плюс 7. И здоровье плюс соточка. Но слишком много он требует рун. У меня столько нету. Конечно, скинов здесь очень много крутых. Но, сам понимаешь, я очень сильно ограничен. И здесь, да ладно, опять руны. Ну тут 8 штук всего лишь. Так что, Барсик, лети дальше. Что, как говорится, получил, то и потратил. Бесплатно. Так, ну что, эти у меня все заняты. Железо, как мы видим, с тобой не можем взять. Потому что у нас все забито, все заполнено. Так, ловушка лом. Ага, он пошел прокачиваться в титаны. Ловушка лом пошел прокачиваться в титаны. Ну а ты что? 245 миллионов. Ладно, лети. Так уж и быть. Повышай себе еще один уровень. Ну что, ты наконец прокачаешься у меня или нет? Да ладно, серьезно что ли? Наконец-то. Ох, ничего себе, ребята. Титан Мечекрат. Он выглядит опупенно. Ты посмотри. Вау. Слушай, мне нравится. Мне очень нравится, как он выглядит. Давай покормим. И отправим ее дальше на прокачку. Так, эти все у меня пошли. 32 минуты надо ждать. Ладно, пока мы с тобой будем ждать, будем собирать ресурсы. А вот почему ты не собираешь, а? Так, яркий ужас. Тоже его прокачиваем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, нету места, ребята. Нету места у нас в нашей академке. Это плохо. Это плохо. Так, здесь рыбу забрали. Я даже модификрылку не смогу, да? Трындец. Как же у меня там все забито-то, а? Так сказать, хорошие драконы просто будут простаивать. Ну что, вроде бы я здесь все сделал. Давай, наверное, начнем с открытия сундучков. Ой, сундучков. Нифига себе, ребят, смотрите, ловец снов. Броня гнильца. А, бремя гнильца. Неборез, вихрь. И грязелуш. Прикольные, да? Драконы. Сколько их вообще здесь? По общему количеству их, наверное, дофигище просто, мне кажется. Просто дофигище. Так, и, наверное, еще один пак с тобой посмотрим, вот этот. Так, монетки Одина. Ужасное чудовище, Громель, Душитель, ну и ресурсы. Ох ты, какой прикольный, ребят, этот вот дракон. Ну вот кто будет, скажи мне на милость, покупать такого дракона за 5000 рублей, ребята? Игра для детей, ну как бы предназначена для подростков там, ну это максимум. Ну неужели взрослые люди будут играть и покупать за 5000 вот такой вот пак? Я сомневаюсь. Если только какой-нибудь не мажор. Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой... А, вот здесь вот еще заберем награды. Так, листочки, все дела. Здесь то же самое сделаем. Все, пускай они там идут. Кто-то мне говорит: Рэй, когда ты будешь смутьянт? Ребят, я бы с удовольствием бы открыл бы, если бы у меня было бы все для этого подготовлено. Все ресурсы. Ведь нету ни шиша, ты понимаешь? Ни шиша.
Ничего не могу сделать. Ограничен по полной программе. Даже потому, что я не всадник драконов. У меня нет какого-то премиума. Я не могу ничего накопить. О, 50 конфет здесь. То есть это еще плюс соточка. Отправьте одного дракона на добычу железа. Вот вопрос. Куда мне вот это железо? Склад заполнен. Вот давай я его чисто... А, я не смогу сейчас, да? Вот сейчас смогу. Так, лети чисто за железом. Ты за древесиной. Грома, ты что там сидишь, развлекаешься? И ты тоже за древесиной лети. Забираем награду за то, что я отправил дракона. Добывайте нам железо. 50 конфет. Все. Здесь последний пак с тобой открываем, который у нас уже как бы созрел. Громель. И все. Два. Вообще мало дают. Очень мало нам дают. Железо. Так, древесину я пока трогать не буду. Все это остается вот в таком у нас режиме. И поехали на события. События у нас вот. Угроза диверсии охотников. Нам нужно его сегодня, по идее, допройти. Я не знаю, получится ли. Но можно попытаться. Если опять какой-нибудь фейл, сброс, вылет или еще что-нибудь не произойдет. Ну, тут понятно. Давай начнем, наверное, с Грумали. Потому что он все-таки синий. С этим мы разберемся чуть позже. Две волны. Поэтому должны быстро тут с тобой разобраться с ними. Так, вжариваем. Окей. Ну что ты там? Промахнулся. Фу. Ну бас. Кусаем. И понижаем броню. Ах ты, что делаешь-то? Посмотри. Ну что, добьем? Да, просто укусим его. Кревет и шторморез. Ну, тут, понятное дело, я буду все-таки бомбить кревета. Будем бомбить с собой кревета. Поехали, раз. Здесь хильнемся еще, потому что здоровье немножко уже покоцано. Сейчас они сходят вдвоем. Мне кажется, кревет сейчас что-то сделает на четырех энергиях. Блин, заблокировал, да? Мы опять с собой лечим. И нет, не добиваем. А вот... Ладно, пускай сходит, после добьем его. Давай-давай, не пыхти там. Отлично. Ну что, двигаемся дальше. Крутим колесо. И выпадает нам 25 миллионов древесины. Не густо, на самом-то деле. Так, поединок. Это получается... Раз, два, три, четыре... Подожди, а мы что, здесь фейлились когда-то? У меня не хватает буквально одной энергии для того, чтобы пройти это событие именно сегодня. И опять же, еще неизвестно, пройдем ли мы его, потому что... Ты сам видишь, да, у меня этих нету. По одной штучке всего лишь. Ну, прилива сил и груши. А там боссы, я фиг знает, кто там еще будет. Обычно с боссами никогда не прокатывает быстро и легко. Там, за исключением редких-редких случаев. Ладно, сейчас посмотрим. Уничтожили тройного удара костолом. Ага, но это не бегун, поэтому хорошо. Потому что бегун бы сейчас тут начал бы колбасить. А этот просто жарит огнем. Жарит огнем, и плюс у него, не забывай, сейчас уже стоит усиление. Поэтому будет... Ого. Смотри, он понизил всем защиту и всех лишил способности применять свои суперудары. Промахнулся, фу ты. Я-то думал, ты сейчас тут влепишь, а ты вот такой вот мазила. Но это и хорошо. Тут, кстати, всего лишь одна волна. Что удивительно. Давай добьем, все. Крутите колесо, господа, и выпадает... Да ладно, плод мудрости. Ну, подготовка пошла к боссу, это сразу тебе говорю. Ну вот, забираем обычный пак. Точнее, не обычный, а секретный, как он там, загадочный. И у нас мини-боссик начинается. Вот сейчас мы с тобой как раз и посмотрим, что нас тут сейчас будет поджидать. Мини-боссик.
Так, волн сколько? Две, одна, три. Две волны. Ну, начнем, наверное, с шепота, да, скорее всего. Хотя это тоже хламон еще тот. Поехали. Раз. Ох, я даже не сомневался, что вот так вот он начнет. Люто. Сейчас опять ему зарядят, скорее всего. Нет. Не зарядил. Ты смотри, что творит, а? Не цепляется. Давай его пробьем. Воу-воу-воу. Тут у нас кто? Шепот смерти. Пристиголов. Ну, конечно же. Ну, а мне вот надо этого бомбить. Раз. Так потом ходит. Ну вот. Да, друзья мои, она взяла и вылетела. Эта игра паршивая, ты понимаешь? Прямо во время боя. Нормально? Вот таким вот образом меня лишили. Такое ощущение, как будто это все сделано специально. Трындец, мне так-то не хватало энергии. Сейчас подавно не будет хватать. Ушлепки, а. Пипец просто-напросто, а. Поехали, блин. Расстроили, блин, как я не знаю. Ну как так можно играть, а, ребят? Когда вылетает постоянно игра. Так, давай мы, наверное, сделаем следующее. Вот так вот жарим. Теперь нам нужно этого уничтожить каким-то. Ну, этого мы, ладно, этого мы забьем. Он ничего тут не сделает. Сейчас у нас тут отхил будет. И добивающий удар. Опять же, ребят, ничего неизменно. Будем начинать именно вот с этого хламона. Потом, скорее всего, пристиголов. Слушай, я даже... Нет, наверное, не так. Сделаем понижение брони. Фига ты хлопнул. Ну давай, что там? Понял. Нет, им не получится, ребят, нас тут наказать вообще никак. Поехали сюда. Сейчас они сходят вдвоем. Уже не страшно. Так, тихо-тихо-тихо. Ага, у него не массовая атака, оказывается, а просто огоньком в одного. Ну, тогда хорошо. Если бы была бы массовая такая, тогда да, можно было бы переживать. Ну что, Костолом, ты остался один, последний. Я думаю, что мы тебя сейчас уничтожим. Я еще броню тебе снижу. И все. Поехали, Барсик, давай. Раз, два. И кривоклык на добивку. Идеально. Крутанем и заберем древесину 125 миллионов. Окей. Так, здесь мы прошли. Получается, раз поединок, два. Да, нам надо будет теперь как-то, блин. Два, по 65. Это получается 130. 130 рун опять придется потратить. Да чтоб вас, а, на пустом месте разорвало. Опять же, это при том, что если мы с тобой сможем победить босса с первой попытки. В чем я почему-то сомневаюсь. Так, ну что, давай бомбанем, наверное. Вот самое опасное, это именно вот эти вот фаерболы выпускать. Почему-то именно во время каких-то супер-пупер ударов начинает игра вылетать. Я уже заметил это. Не знаю, почему она не выдерживает. Ну, эмуляторы, друзья мои. Эмуляторы. Если бы мы играли на мобильнике бы, да? Поверь мне, такого бы не было. Шанс вылета, вот сколько я играл на телефоне, ни разу не вылетало во время боя, там еще что-нибудь. На эмуляторах вот такая вот фигня практикуется очень часто. Потому что они не идеальны. Так, давай посмотрим, что тут за вторая волна. Угу. Ну, я буду вот с этого начинать. Этот подождет своей участи, да? Кусает. Мы в ответку. Раз-два сходит сейчас. А он тоже отхиливает себе, да? Или нет? Да, он тоже отхиливает, как и ветрокрыл.
Давай, наверное, вот так. Ой, я хотел... Я же хотел понижение брони сделать. Ну, ё-моё, ну... Фаербол. Я не помню просто, что у него там за суперудар. А у тебя? Ох, еще и сон! Эй! Теперь я знаю, что он делает, ребята. Блин, горелый, ну и как? Так, наверное, сделать все-таки лучше. Блин, просто заставили меня потратить. Оу. Давай сделаем вот так. Просто мне нужно Кривохлыка спасать. Здесь уничтожили. В общем, ребята, он травит. Травит, и при всем при этом он еще и усыпляет. Вот такой вот он хламон. Все. Блин, ну потратить пришлось, блин, грушу, а. Не хотел. Ну-ка посмотрим, что нам тут выпадет. Ну, понятно, рыба. 175 миллионов. Забираем с тобой пак. Содержит 5 элитных. Друзья мои, Кривоклык. Давай вперед из песни. Где он у нас? Вот он. Улучшить, конечно же. Это первый мой дракон, который получает 17 уровень. Это круто. Так, ну что, придется теперь, друзья мои, да-да, именно вот так вот. Мини-боссик. Только ради конфет это все делается, потому что конфеты здесь вообще нигде не получить, кроме как вот в этих вот событиях. Ну и за выполнение, конечно, заданий. Так, две волны. Сейчас будем смотреть, как у нас Кривоклык будет жарить. Так, а что жарить? У него единственный мощный удар, это, конечно же, укус. Он что творит? Вот, укус, и все. На. Так, теперь... Блин, теперь... Ну давай, хорошо, фиг с ним. Будем бомбить. Еще творит. Давай уже, у тебя энергии нет, поэтому ты ничего пока здесь не сделаешь. Супер-пупер такого страшного для нас. Так, Барсик, разберись. Ну вот, теперь нам надо как-то, ребята. Он же сейчас усыпление, скорее всего, сделает. Я больше чем уверен. Да-да-да, он промахнулся по Барсику. И это большая была его ошибка. Пока. Слушай, ну... А, ё-моё, тут же еще... Ёх, я совсем забыл, что... Что еще одна волна. А я-то тут радостный, блин. Вот это да. Я-то просто что-то меня переклинило, что это последняя волна была. Ага, такой довольный уже. А тут же вот, две. Блин, это хорошо, что у нас здоровье еще хоть сколько-то осталось. Давай-давай-давай. Тройной удар нужно как можно быстрее ушатать. А если вот так вот? Да, так будет эффективней. Заодно залечим раны. Так, поехали. Сейчас будет разбег. Разбегается и оглушает шторморезы. И этот сейчас, да? Естественно, Подхалимыч вечно лезет, куда его не просит. Добьет? Нет. А, вот это, наверное, добьем, да? Да он вообще косорылый. Так что нормуль все. Мы еще даже успеем залечиться. И еще и лаворыга с тобой снесем. Ну, что ты там нюхаешь? Поехали. Так, короче, на босса у нас с тобой остается всего лишь одна груша и один прилив сил. Вот так вот. Нет, твое вот это вылечивание тебе не поможет здесь. Идеально. Ну-ка, давай что-нибудь хорошенькое, пожалуйста. Да, что-нибудь хорошенькое, это именно 125 миллионов древесины. Да, нету попыточки второй, к сожалению. Ну что, придется опять, ребята, тратить нам 65 рун. Вперед. И надеяться на то, что игра не вылетит. Но здесь босс.
Так, два громобоя, но это обычные. И плюс громорог. Блин, они зеленые. Вот что самое-то обидное. Зеленые. Хоть в зелени у нас только лишь кривоклык хорошо бомбашит. Ладно. О, сейчас сразу суперудар начнется. Нет, укусик. А этот блокировать будет? Будет, конечно, будет. Ну куда же, ребят? Блин, не того я начал бомбить. Надо вот этого. У него уровень поменьше, поэтому он быстрее должен разобраться. Да хорош. Поехали. Так. Лечимся. Так, только первая волна, да? Еще будет вторая. Ну, что-то там. Раз, два. Залечим. Укус. Так, это у нас тут босс же, да? Я что-то уже забыл. Вообще какие-то провалы в памяти. Неожиданные. Давай, наверное, не будем пока тратить. Мы его и так сможем ушатать. Да, это босс. Босс, который окружил себя... Блин. Давай, наверное, вот так все-таки. Хрен узнает, как тут лучше. Как бы и этот мешается, и тот мешается. И у них у обоих массовые атаки. Что у капкана. Сейчас еще этот тут подключится. Допустим. Сделаем с тобой так. Слушай, сейчас будет... Сейчас... А, он потратил. Я думал, сейчас будет разбег. Нет, разбега не будет. И это хорошо. Единственная проблема, что когда он бьет своим хвостом, он сжигает у нас энергию. Все. И остается лишь костолом. Ребята, в принципе, костолома можно сейчас вообще на изи разобрать. Долго, конечно, придется его бомбашить, но мы его можем ушатать. Я думаю, ты догадался, да, что я хочу сделать. Ой, как долго мы его будем. Да, я хочу повесить на него слепоту. Офигеть, ты посмотри, какой он тугой. Ты трындец. В общем, вешаем на него слепоту. И теперь просто потихонечку-потихонечку мы его будем разбирать. Долго, но это безопасно. Единственное, что я хочу, чтобы, ребята, не вылетела игра в процессе вот этого вот уничтожение, она может. Поехали. Так. Хочется, конечно, сделать, ребята, понижение брони, но это рискованно. Давай, все-таки я сделаю. Все-таки я сделаю, ребят. У нас должно успеть накопить. А, нет, не успеем накопить. Ладно, фиг с ним. Это не страшно. Разбега у него все равно пока не будет. Ну давай, давай. Ну, я думаю, что уже победушка тут не за горами. Один удар. Так. Ну давай, я захиляюсь. Сейчас будет разбег. И ничего у него не получилось. Все. Друзья, победа. Прошли мы это событие. Выпадает нам что? Древесина. Окей. Подожди, это точно было последнее? Да, точно. Забираем 300 конфет. Неплохо летаете, боец. Куда бы они ни ускользнули, на краю света настигнем. Вот это вам. 300 конфеточек, спасибо. Так, и у нас еще тут 30 конфеточек, да? Рыбу нужно получить. Так, ну что, друзья, я предлагаю тогда, наверное, набить 3 пака, потому что вообще у нас тут сухо все, ничего нету. Давай набьем 3 пака, плюс еще откроем пак вождя. Окей, здесь у нас, ну, в принципе, ничего страшного. Кревет, ну, кревет, наверное, да?
Блин, раньше они, конечно, были намного лютее, да? Помнишь, как Кривет нас бомбашил? В прошлых, там, в старых сериях. Сейчас он так уже. Только лишь когда делает свой суперудар. Да чтоб тебя, а? Может, хватит уже? Разгулялись, я смотрю, тут не на шутку. Все, минус. Так, Кривоклых, сейчас мы и до тебя доберемся. Блин, понизил мне атаку. Чего ты там делаешь? Ага, защиту. Давай-ка без этих своих выкрутасов. Защиту он себе там ставит дополнительную. Ну, что ты там думаешь, соображаешь? Поехали. Добью. Так, пошло у нас ускорение по энергии. Будет отхиливаться, интересно, или нет? Не стал. Ну и зря. Все. Опачки. Шепот смерти. Слушай, я вот думаю, может быть, нам тоже с вами прокачать шепот смерти. Ребята, напишите в комментариях, как он вам, если у кого-то есть. Стоит он того, чтобы его взять в команду и прокачать? Или же не стоит? Ну что? Так. Нифига себе, пыхнул. Давайте мне еще этого штормореза уничтожьте. Фига они тут наяривают, будь здоров. Интересно, выживем? Сейчас этот что-то сделает, у него суперудар будет сейчас. Массовый. Вот что творит, а? Разбег. Нет, у него не разбег, у него пламя. Ну что, я здесь, наверное, сделаю вот так вот. И будем уже потихонечку его уничтожать здесь. Мимо. Раз, два. Скрита убили. Опачки. Так, это ужасное чудовище. Это Кривоклык и Ветрокрыл. Да, начинается, короче. Что он там? Ну, укусит сейчас, наверное, вот сюда. Ну, конечно же. Куда он еще? Этот. Гаденыш. Ладно, добьем. Опа. А почему он, интересно, переключился? Непонятно для меня. Зачем он вот это вот начал делать? Бил одного, так бей. Но он переключился. Ладно, короче, мы... ушатываем и остается. Оу, Ветрокрыл, тихо, родной. Я знаю, что ты хочешь реализовать. Он сделает, естественно, ребят, 17 уровня. Свою, блин, вшивую магию. Магия Филли, детка. На тебе. Добьет Барсика, скорее всего. Ай, добьет Барсика мне, а. Понижаем броню. Барсик, пока. Ты достойно сражался. Но мы отомстим за тебя. Мы за тебя обязательно отомстим. Так, опять что ли? А, решил хильнуться. Нет, парень, это тебе уж, извини, не поможет. Бинго. Ну что, друзья, как видите, нам повезло. В этот раз у нас два редких пака выпало и один обычный. Так что начнем с редкого. Плюс пак вождя, собственно, персоны. Ужасное чудовище, громобой костолом, громобой защитник, барс и вепрь. Да, тут, конечно, очень еще много нужно нам карточек для того, чтобы его прокачать. И забираем еще какие-то тут награды, это 10 рун. Все, друзья мои. Погоди, все. Тут же у нас загадочный пак. Душитель. О, сарделька. Тысячу лет не было сардельки, выпало. Ну, руны, слава богу, у нас 2000. 2000 рун. Немножко рыбы, железа есть. Это как бы все хорошо. Моя вот теперь, друзья, основная задача — это прокачать 10 драконов до 100 уровня. Представляешь? Это офигеть. До 100 уровня. Слушай, подожди, а ведь у нас не получится их прокачать до 100 уровня. Знаешь почему? Потому что там что-то нужно. Там...
Чего-то там не хватает, я уже не помню, если честно. Но какие-то у нас проблемы были. О, брюхоглот прилетел. Ух, глупее не придумаешь. Тайфумерангов гораздо сложнее приручить, чем кажется на первый взгляд. Все еще прикидываешься дурачком, Эрит, сын Эрита. Зря стараешься, и я король глупости. Я даже не сомневаюсь. И правильно, спроси любого. Все подтвердят, что глупее меня тут никого нет. Нашел чем хвастаться. Эрит, я слышал, ты решил приударить за забиякой. Наверняка стараешься поразить ее своими знаниями о драконах. Кто-нибудь объяснит мне, о чем вообще речь? Что ж, я этакого не так не оставлю. Хочешь помериться знаниями о драконах? Отойди-ка в сторонку. Поймать дракона может любой, а вот обучить его по силам только настоящему эксперту. Повысить уровень Громеля на 5. Понятно, нужен Громель. Ну что, друзья, тогда на этом закругляемся. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.